есть конфликтные проблемы, каких никогда не было. Но причина этих конфликтов в приходе вот этого руководства, в перевороте и проведении политики, которая превращает Украину в плацдарм для нападения на Россию. Естественно, в результате разрушается прежде всего Украина. Россия не сладко, но и Украина разрушается. Все недалекие люди, которые думают, вот когда-то она там Россия распадется, не распадется, слушайте, ну это есть хорошие пословицы на этот счет. Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия как-то распадется куда-то и так далее. Никуда она не распадется. Надо думать о том, как нам не распасться. Не распасться, а строить свою политику, чтобы жизнь людей становилась лучше и лучше из года в год. Вот о чем надо думать.